Представители Махачкалы заняли первое общекомандное место на первенстве Дагестана по панкратиону. Соревнования прошли в Каспийске в спортивном комплексе имени Курамагомеда Курамагомедова. Подробности в сюжете Дана Шугом. Каспийчанин Хаджимурат Халидов, несмотря на свой юный возраст, уже является пятикратным победителем первенства мира по смешанному единоборству. Столько же уроженцу города Кизилюрта покорялось вершиной первенства Дагестана по панкратиону. Взять эту же высоту еще раз у выходца из селения Дылым Казбековского района получилось в весовой категории до 42 килограммов. Сначала мы с ним драли стойки, и он захотел брать ноги, у него не получилось. Я зашел назад, захотел до души, не получилось. Он меня перевалил, я оттуда выжил болевой на руку. Всего обладатели 33 комплектов наград выявили среди свыше 300 участников. Отличились спортивные клубы Махачкалы, которые в итоге и заняли первое общекомандное место. Основные клубы, которые дерутся за титулы, это у нас с Махачкалы. У нас в Махачкале несколько. То есть, если брать из общей массы, индивидуально, конечно, из каждого региона бывает один-два участника, которые забирают свое первое место. Второе общекомандное место у Кизилюрта и замкнули тройку призеров хозяева ковра спортсмены из Каспийска. По итогам турнира наставники сформируют команду республики для участия в соревнованиях округа. Пройдут они в конце февраля следующего года в Кисловодске. Дан Шугом, Паризат Курбанова, Время новостей, Каспийск.